лиц почти не видно, но эмоций не скрыть, когда каждый удачный выпад на вес золота в буквальном смысле слова спортсменки не сдерживают чувств. На всероссийском турнире по фехтованию участвуют 70 шпажисток из 30 регионов России от 14 до 19 лет. Побеждает самарчанка Виолетта Храпина. Когда выигрываешь соревнования, наполняются какие-то эмоции, какие-то силы, ты хочешь дальше и дальше. Мне очень нравится этот вид спорта, честно говорю. Я вот раньше гимнастикой занималась, меня гимнастика не так больше радовала, я не так бежала на тренировки, как вот по фехтованию. 110 сантиметров чистой стали. Спортивная шпага весит ровно 770 граммов. На самом деле они очень хрупкие, поэтому каждой спортсменке с собой как минимум 3 образца. С этого турнира череда соревнований для самарских спортсменок только начинается. Это у нас всероссийский турнир сильнейших среди юниоров. Здесь собрались все самые сильнейшие в России. Это один из отборочных турниров, которые входят в систему отбора на первенство мира и на первенство Европы. Ближайшие поединки пройдут уже на днях в Кирове. Это будет всероссийское соревнование памяти знаменитого фехтовальщика Николая Порфирьева.